Не пиши, процесс, получишь. Это есть процесс разрушения иммунной клетки, внутри которой, видите, пузыречки там имеются. Вот пузыречки внутри клетки, это есть ферменты. Ферменты самые сильные, они способны переварить грибы, ферменты лейкоцитов. Грибы способны переварить, кандиду способны переварить, да, способны бактерии переварить. Представляете, какая у них сила? Нет сильнее ферментов у нас в желудочно-кишечном тракте, чем ферменты иммунной клетки. Но если мы ее разрушаем, четвертая красная зона в прайм-тесте – это те продукты, которые разрушают иммунную клетку. И если они ее разрушили, то у нас ферменты освобождаются в плазму. И они начинают переваривать все подряд, в том числе собственные ткани разрушаться. В любом случае, при любом аутоиммунном заболевании, мы обязаны восстановить желчное выделение, которое 100% нарушено. Мы обязаны убрать дисбиоз кишечника и желудка, восстановить микробиом, чтобы не было излишка бактерий, да? То есть убрать воспалительный процесс и убрать продукты, которые разрушают лейкоцит. Вот тогда мы аутоиммунные заболевания сможем победить. Но это слишком тонко. С красным костным мозгом как бы. А красный костный мозг у нас кровоснабжается. И если мы, вот, представляешь, если мы разрушаем продуктом питания, вот это...